Всем привет, с вами я, Бравадол, и со мной Барлина. Привет! И сегодня, конечно же, в честь 14 февраля, хоть немножечко, прям совсем немножечко, да, позднее, такие очень интересные, как бы я, Бравадол, бывшая Surprise и коллекционер кукол LOL не могла купить и пройти на рынке мимо подделок LOL Surprise. Короче, это такой очень интересный такой. Редкая. Да, это короче, такая. У меня только две наборчик обычные. И вот такая кукла. Очень странно, знаете, что меня пугает? То, что тут все раздельно. Классно. Я пойду кидать про вас завтра качать. Что, давайте начнем с вот этого вот наборчика. Давай, начнем. Так, ножницы нужны. Нет, а тут вот такой замочек вот такой. Раскрываешь какой-то вискас. Да. Дальше. Ручка с LOL Surprise. Ой, какая. Дальше. Конечно, мои навыки комментатора с вот этим вот подошли к концу. Это резина, это браслет из резины. Да. И следующее, что-то там такое интересное. Блёстки! Это блёстки, стой, дай! Это алмазы, а тут... Стой, это упаковка такая, сейчас. Я пошла в Китай, права качать. Как они так упаковывают вообще? У меня такое ощущение, что ты упаковал. Не знаю. Тут брелок кукол LOL. Вот такой малепусечный. Ой, это я же помню, смотрела видео с куклой LOL давным в 7 лет. Там такая была учительница. Вот, смотрите. И тут такая блестящая упаковочка с алмазами. Какая крутая. Я не знаю, что китайцы намудрили. Ну а что, китайцы это китайцы. Вывод, покупайте у корейц. Я не понял. Там тикер только лежит. Давай посмотрим. О, реально! Это кто, Мейбл? Да, Мейбл. Смотрите, какая классная Мейбл. Сейчас я пойду ножницы принесу. Осторожней, планшет не сорви. Тикер-токер с Мейбл, это же моя мечта была. Да. Так, следующий, это вот такой тут ластик был, зеленый. Он похож на... О, это ж твой фирменный. Не знаю, видимо, это именно для меня и делалось набор. Это купальник. Купальник? Ну да, тут такая фигура подбирает. Тут куча одежды, смотри, просто очки крутые. Да. Вай, она на пляже, смотри, какая. Ну, она вообще деловая колбаса. Придела в деловую. Оса. А оса шевелится, на нам Джу не скоро женится. Да, так вот. Я пошла к нам Джуду. Такой ластик LOL. Судя по всему, этот набор вообще делали для меня. Как бы у меня вон есть фирменная подушка. О, да. У меня только фирменный сквиш. Да. Ну, я его не показывала, но скоро покажу. Чисто я мастер на мастера приклеиваю на скотч. Так я не поняла, это ты сделала подушку? Да. Я подумала, что это китайцы упаковали. Я мастер на мастер. Так. До свидания. Бедная, дальше. Так, куклу надо на место, ой, или осторожней, сейчас планшет рухнет. Да не рухнет. Дорогой, мы же миллионеры. Конечно, мы платим, мы же миллионеры. Тут, в общем-то, я не буду показывать, тут, короче, платья вот такие всякие. Кстати, это тут одежда, видите, посторонняя. О, я нашла львенка из черепахи, я на солнышке лежу. Так. Это просто игрушка. Это музыкальный час от Варлины. Молчок. Кукла LOL. Еще одна кукла? В смысле, да. Я не увидела. Я думала, только одна. У нее волосы как у Круэллы. Это сердцетка, а это Queen Bee. Учим Варлину. Queen Bee? Да. Я, честно, я какая-то кукла, мне помню, попалась. Я не помню, как зовут, но я назвала София. Это было далеко в 2018-м. Вот, и тут, короче, такие какие-то раскраски, открытки, которые наполовину кем-то раскрашены. Все, я завтра сейчас пошла про права хочу к китайцам. Все. Китайцы, я вас убью! О, это, а Чунгуха-то не обижай.
Опа! А, стойте. А вы что думали? Я летать не умею. Конечно. Она умеет. Может, бывает после занятий квадробики. Так вот. И дальше тут есть вот такой очень интересный карандаш. Самое интересное, знаете, что в нем? Не, у меня сейчас только один вопрос к китайцам. Кто погрыз карандаш? Это мыши. Видимо, кто-то был очень голодный. Стоп. А ты случайно там не Шихуа и Юцы, случайно не это? Я вас китайцы, они же как бы китайцы. Так, я про китайцев говорю, не про корейцев. Ну, они китайцы, они не кореянки, ладно, хорошо. Твое лицо просто. Да ты чё, пошутил? Ты мне сломала всё мою психику, Марлина! А там какой китайец был? Мальчик? Я промолчу. Оуч. О, Blackpink у тебя. Блэкпинк? Ты сама делала? Да. Такой классный. Такая коробочка. Обожаю Blackpink. Вот. И тут вот. Такие. Дженни. Джису. Лиса. Лиса? Чё с тобой? Нет, ты Роза забыла. Не Роза, а Роза. Прям просто произношение убивает. И тут карты Уна. Тут игра. Уна? О, Уна. Сейчас, подожди. Уна. Спасибо! Ой, у тебя колготочки, кстати, танцуют. Я, конечно, не говорю на высшей степени. Так, что тут у нас? Это малышка Лоу! Смотри, это колечко фиолетовое. Из бисера? Из бисера колечко? Кукле Лоу? Знаете? Нет, это не кукле Лу, это же вроде бы Опа! Человек. Опа! Тут еще осталось. Ой, смотри, у нее сосочка бежевого цвета. Да. Ну, конечно, ты вот такого не ожидала. Это что? Как всегда, где голова? Голова раздельная телом. Самое любимое мое. Вот тут, короче, такие фигурочки. Давай соберем тогда у быстрее. У которых вот такая голова раздельная телом. А почему киндер не винят в том, что они раздирают надвое игрушку? А винят китайцы. Так, это МГ. Что такое МГ? Это... Ты с каких краев пришел? Я насколько я не испорчен. Или это нормальное слово? Очень самое интересное... Что? Кепочка. А мне нравится. А ты знаешь, вы знаете, какое хорошее качество? Вот посмотрите. Вот такое это хорошее качество. Плохо снимает. Я про игрушку! А-а-а! Знаете, вообще такое хорошее качество? Просто хочется вот так вот взять ладоши и просто поаплодировать производителям Китая. Это типа призрак. С кепочкой видна, волосы видны, а его нету. Это призрак, это не я. Видишь, тебе уже куклы Лол снятся. Ага. Ну, не знаю даже. Должно быть прикольно. Мне нравится очень куклы Лол. Вы что, поверили, что трансляция зависла? Это не трансляция! А, они сделают трансляцию, выложу. Куколка Лола вот такая. Слушай, ля, у нас уже видео идет 9 минут. Классно. Так, вот такая раскраска. Давайте-ка посмотрим, какие тут картинки. Дай посмотреть картинки. Чего ты выкидываешь сразу? Я не смотрела. Подружки-модницы, новинка. Раскраска Лол Сюрприз, Браво Дол. Помоги куколке найти свой телефон. Nokia 3310. Да, китайцы, вы считаете мне 5 лет, я вас пойду убью. А ты зачем ее нафиг купила? А мне летать охота. Ой, тут раскрашенная раскраска уже. Вот как... именно поэтому я про вот это вот и говорю. То, что как бы... Ой, и тут еще раскрашено.
А может быть, это кто-то раскрасил, видимо... а не китайцы. Ой, Кандалин, ты хочешь сказать, что это БУ? Что такое БУ? Бывшее употребление? А ну да. А что? Ты типа такой заходишь на Авито, хочешь эти раскраски, а тебе и просто тебе разводят. И тебе вот так с Авито доставку. Прямо в руки. Быстро и качественно. Вот. И вот, спасибо, вот так вот. Вот. И вот такая раскрасочка. Конечно же, вы кем-то раскрашена. Так, у нас что еще тут есть? В смысле? А что? Гимназиум. Это раскраска или это что? Тут уже все раскрашено. Остается только три вот этих. Зачем? Адалина. Я поняла с этого набора только одно. Что? Меня развели как лоха на этом наборе. Потому что я за этот набор заплатила 750 рублей. В итоге, что я получила? Я получила вот такие три раскраски. БУ. Ну, тут что есть? Тут чуть-чуть есть вообще-то. Ну, конечно, БУ тут уже есть. А что, вот это самый нормальный вот набор. 850 рублей за это? Серьезно? Так, ну и, конечно, тут все, тут топлый налог набора БУ. В общем-то, ребята, вот такое получилось видео. Всем пока! Пока.